И еще в ноябре пройдет Всероссийский экологический диктант. Это просветительская акция, направленная на формирование экологической культуры, повышение уровня знаний об экологии и бережное отношение к природной среде. Экодиктант пройдет в онлайн и офлайн форматах. Принять участие в нем смогут все желающие. Подробности об этапах проведения можно будет узнать на специально созданном портале ecodiktant.ru.